В Волгограде отремонтируют еще один участок дороги по проспекту Жукова. Одной из самых загруженных магистралей города-героя. Уже объявлен аукцион по выбору подрядной организации, которая займется обновлением проезжей части. Капитальное дорожное покрытие по проспекту Жукова ремонтировалось в 2016-м. В нормативное состояние была проведена одна из самых востребованных и загруженных магистралей областной столицы. На этот раз обновить планируют участок от улицы Рокоссовского до Каспийской. Дорогу часто используют как местные автолюбители, так и грузовой транзитный транспорт, въезжающий в Волгоград со стороны Московской трассы. Специалисты отмечают, что полотно на этом участке уже прослужило в полтора раза дольше гарантийного срока. В рамках обновления здесь заменят асфальтовое покрытие, в порядок приведут съезды на примыкающие улицы, а также поднимут колодцы до уровня проезжей части. Всего в Дзержинском районе в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» восстановят более 10 дорог. На улицах Раздольной и Кунцевская ремонт уже завершен. Продолжается обновление улицы Ангарской. В Волгограде обновят 70 дорожных объектов. Приведение дорог в нормативное состояние – приоритет с 2014 года. За это время в Волгограде реконструировали и построили более 430 дорог.